Те же, кто хамит умышленно, нередко попадают в поле зрения видеорегистраторов. И в нашу программу. Очередные дорожные антигерои Иркутска в традиционной подборке. Когда дорога свободна, у многих водителей развязываются руки, и они напрочь забывают о правилах дорожного движения. Владелец этой легковушки решил прокатиться по встречке. Лишь в последний момент ему удалось вернуться на свою полосу. Так и получилось избежать столкновения. Еще один любитель выехать на встречку чуть не спровоцировал ДТП. Видимо, автохам не посмотрел на знак, что дорога, по которой он едет, не односторонняя. За что и чуть было не поплатился, и только молниеносная реакция водителя встречного авто позволила избежать аварии. А вот участникам этого видео, увы, столкновения избежать не удалось. Владелец джипа решил проскочить на красный и выехал прямо перед маршруткой. Итог – вот такое ДТП. Теперь хозяину внедорожника явно придется отвечать за свой необдуманный маневр, ведь он подверг опасности не только свою жизнь, но и тех, кто находился в общественном транспорте. Если и вы стали свидетелями хамства на дорогах региона, присылайте свои видео в нашу программу.